все рассчитывали к этому моменту, что все разойдутся уже сейчас вам. Ну ладно, коль вы здесь, я сегодня вам читал небольшую лекцию про музыку, которая связывает галактики. Сейчас я вам покажу пример того, что связывает две галактики на Земле, а именно тех, кто учился давным-давно, это я, и тех, кто учился после меня. Каким-то образом удивительным, у тех, кто учился после меня, образовался студенческий гимн. Причем песня, которая явно никакого отношения к студенчеству не имеет, но все студенты, которые закончили после меня, не просто эту песню знают наизусть все куплеты, они ее орут как подорванные. Вот сейчас я с вами проведу этот эксперимент, и мы узнаем, кто из вас был студентом и кто из вас хорошо учился. Ну ладно, готовы? Я петь не буду, я буду только внимательно вас слушать. Вы должны не жалеть себя и меня, договорились? Итак. Холодный ветер с дождем. И третий. А ведь там был еще второй. И никто не знает, как начинается он. А я знаю. Я вам скажу только первую строчку. Договорились? И вы сами удивитесь, как он всплывет у вас и ниоткуда, из души. Смотрите. Опа! Я тосковал по тебе!